фактор сделать. Настройки. В настройках ищем backup and reset, восстановление и сброс. Factory data reset или сброс заводских настроек. Backup дату мы убираем галочку. И нажимаем reset phone. Он говорит, вы уверены, все сотрется с телефона. Нажимаем erase everything, удалить все. И с телефона все сотрется. Сейчас поставлю английский язык, покажу русский язык. И покажу то же самое, только на русском языке. Русский. Назад вернемся. Это касается абсолютно любого телефона, любого. Да и не только любого. Все, что есть на Android. Настройки. Восстановление и сброс. Вниз спускаемся, сброс настроек. Галочку убираем, чтобы не делал никаких примерных копий. И сбросить настройки телефона. Он говорит, вы уверены, все удалится. Нажимаем стереть все. Телефон включится как в первый раз. Способ номер два. Зажимаем кнопку вверх. Кнопку питания держим, пока не загорится дисплей. Дисплей загорится, питание отпускаем, а кнопку вверх продолжаем держать. Должно включиться китайское меню тестирования. Там нам нужна будет строчка, там будет все на китайском, нам нужна строчка, где будет написано EMMC. Единственное английское слово. До нее. Я сейчас покажу ее. Так, она вот у нас третья получается снизу. Вниз опускаемся, клавиши вниз, до строчки, где написано EMMC. И кнопку питания нажимаем. Телефон форматируется и включится как первый раз. Нажимаем плюс минус и кнопку питания. Три клавиши жмем одновременно. Сейчас он выключится. Опять жмем питание и две кнопки, плюс и минус, пока не появится изображение. Изображение появилось, питание отпускаем, а плюс и минус держим. Выбираем английский язык. Навели кнопкой вниз английский язык. Кнопкой питания выбираем. Четыре пункта. Reboot, Install, Update, Wipe User Data, Power Off. Выбираем третий пункт. Wipe User Data. И кнопкой питания выбираем. Он говорит Fuse Wipe Data и Fuse Format Data. Значит, пробуем. Первый. Fuse Format Data. Вторая кнопка. Нажимаем на нее. Будет очищена... По факту папка System. Соглашаемся, нажимаем да. Он делает очистку. Ждем зеленой галочки. Все отлично. Возвращаемся назад кнопкой Back. И делаем Fuse Wipe Data. Первая кнопка. Он говорит, вы уверены или нет. Нажимаем да. Все сделано. Нажимаем Back. Выходим назад кнопкой назад.